Вот видите, углубление идет. Это да. Окопы Великой Отечественной войны. Кстати, вот это позиции разрешите 40, 40-х годов прошлого века. Мы даже попали в свои позиции и понаходили некоторые вещи. Окопы Великой Отечественной войны. Да, это все здесь, с позиции наших дедов. Бляху где-то взяли, немецкую бляху нашли. Это все со времен войны. Граната. Наша, кстати, русская граната. Это Эвка, тоже русская. Эвка была найдена рядом с бляхой немецкой. Рядом с немецкой бляхой бляха была найдена. Немецкого солдата где-то. И патрон. Патрон, кстати, да, это, в общем, тоже наша. Ничего не меняется, как в 41-45. Вот, винтовочный патрон. Да, это вот тоже русский патрон. Тоже маузерский. То есть да, написано не по-русски. А вот и бляха немецкая, бляха вот немецкого бляха. Солдата. Это все нами здесь откопано. То есть они стояли здесь? Да, а потом наши выбили их с этих окопов, и уже стояли наши здесь. И уже немцы по ним стреляли. Все повторяется. Да, все вернулось обратно. Святое дело, делаем, братцы, поэтому так. Да, так что мы воюем в тех местах, где воевали деды наши. Ходят, вот идет линия траншей, так и пошла она дальше у нас, вот видно бруствер, все видно, вот линия траншей уходит по лесополосе дальше, это старые позиции. Старыми топорами, да? Да, наши топорные лопаты тоже тех времен, ведут обозначение года. Да, 44-45, да. Ну то есть, возможно, даже этими лопатами копали вот эти окопы. Вполне. Вот это 44-е, это 45-е. Отличие. А с той лопаткой Берлин брали. А как новое. Умели деды делать. Это сколько еще веков мы этой лопаткой.